Всем привет, у аппарата Барсик, и сегодня я начинаю серию роликов, ну или не очень серию, посвященную игровым сериям. И в этот раз я поведаю о такой популярной линейке, как Warcraft. Вообще, я собирался сделать этот ролик довольно давно, давно его анонсировал, устроил в группе опрос, на какую часть серии делать обзор, и выбор пал на полную ретроспективу. Возможно, даже хорошо, что я этот видос задержал, ибо я набрался знания серии, перепрошел все игры, да и опыта набрался, чего уж там. Скажу сразу, что ролик будет долгим, и некоторые вещи вам стоит знать заранее. Здесь не будет обозреваться World of Warcraft, я в него играл, он мне нравится, но я не вижу смысла рассказывать про MMORPG. Они все одинаковые, я обойдусь кратким описанием. Также этот ролик не будет отличаться особой объективностью. Я могу что-то упустить, намеренно не упомянуть, а мнение для вас может оказаться крайне радикальным. Я не буду рассказывать, как игры создавались. Скажу краткое описание игры, разберу на плюсы и минусы и свое мнение озвучу. Почему я взялся именно за Warcraft? Ну, все просто. Когда-то ко мне в дом батя притащил первый комп и начал играть на нем Warcraft 2. Я с самого начала играть не мог, для меня игры были довольно сложные, тем более стратегии. Но потом я, так сказать, придрочился и даже прошел кампанию за людей. Таким образом, вторая часть стала моей первой игрой вообще. Я даже не могу описать свои чувства к ней. Ностальгией это не назовешь. Я ведь до сих пор в нее играю, даже в мультиплеере, по батлнету, но сейчас не о ней. С чего все начиналось? Откуда появилась серия? Суть в том, что молодая группа разработчиков Silicon Dancinums, которая только переименовалась в Blizzard Entertainment, решила попробовать себя в создании своей стратегии. Тогда шла эпоха второй Дюны, и ребятам было с чего брать пример. Они были не новичками в области видеоигр. Именно их рук дело был такой проект, как Rock'n'Roll Racing, например, для Sega Mega Drive. Моя первая консольная игра, между прочим. Вышла Warcraft, Орки и Люди в 1994 году. Игра была экспериментом, и разрабы, ну, очень много взяли из Дюны. Я даже сравнивать эти игры буду. Основная идея различия была в сеттинге. Дюна — это фантастика, когда Warcraft — фэнтези. Тут вместо танков на пустынной планете мы видим рыцарей и монстров, сражающихся на средневековый лад. Не знаю, чем именно в создании сеттинга они вдохновлялись. Может быть, Властелином колец, тут орки все-таки фигурируют. Но факт остается фактом. Фэнтези и вселенная Warcraft — это, пожалуй, самая, так, ну не самая, одна из самых популярных фэнтезийных вселенных в наше время. Итак, мы имеем Warcraft Orcs and Humans. Стратегия в реальном времени, вышедшая в 1994 году для DOS, а также портированная на домашние приставки на манер Sega Mega Drive и некоторые консоли Nintendo. Само собой, ни для кого не секрет, что игра сразу же стала шедевром и заработала очень большую фан-базу, а также принесла разработчикам немалые средства. Несмотря на то, что игра разрабатывалась как и такие эксперимент, создатели пытались проверить, могут ли они создавать умные игры. Что ж, у них получилось это сделать с большим отрывом от Дюна 2, даже в чем-то их превзойти. Однако я все равно люблю Дюну больше, чем эту игру, так как в эту игру я поиграл намного позже, можно даже сказать недавно. Сюжет игры довольно условен и нужен только для того, чтобы обосновать, почему враждующие расы враждующие. Дело в том, что в мир под названием Азерот вторгается раса орков через портал из мира Дренор. Люди объединяются и отбиваются, орки под контролем демонов пытаются захватить планету, ну и все. Здесь нет ни глобальных событий, ни вторжений императоров, как в Дюне, важных персонажей. Тут только вступительный ролик и брифинги перед миссиями. Хотя, что еще надо, игра все-таки эксперимент. И, в принципе, даже этот начальный дурацкий сюжет подарил нам большую вселенную. С этого все началось, отдадим этому должное. Вкратце геймплей. У вас есть база, строите здания, потом армию, как обычно, изучайте технологии, добывайте ресурсы, которых здесь, кстати, три. Золото, которое таскается из рудников, дерево, которое нужно рубить, и пища, для которой нужно строить фермы. Пока вы не построите ферму, количество войск будет строго ограничено. Самих войск тут разнообразие. Обычная пехота, пехота дальнего боя, арбалетчики, копьеметатели, всадники на волках, рыцари, маги, лекари, варлоки, катапульты, которые, кстати, очень мощные, и много всего. Это я так поверхностно описал. Поговорим о минусах. Во-первых, привязанность к базе. Та вещь, которую не стоило наследовать у Дюна 2. Вы не можете строить новый таунхолл. К тому же, для постройки зданий вам нужно строить дорогу, что не так уж и раздражает, но все равно ограничивает. Вот вы скажете, ну подумаешь, нельзя строить вторую базу. Ну и в какой момент тут начинает бесить?
Да ровно в тот момент, когда у вас закончится золото, и вам приходится посылать рабов на другой конец карты в поисках наживы. И нет, это не усложняет игру и не заставляет вас мудрее распоряжаться ресурсами. Это скучно. Второй минус. Это условность в различии рас, как я ее ненавижу. Ну, вот еще раз, вспомните Дюну. Там было три играбельных фракции, но при этом все они отличались. У Артрейдесов была фишка с авиацией, ордоки были крысами и все такое. Что ж, Warcraft умудрился соснуть. Потому что отличие в расах здесь только в способностях у магов и в оформлении. Хотя в защиту этого скажу, что сами способности довольно разнообразные. Тут лечение, атака, даже саммон демонов, это же круто. На этом серьезные минусы в принципе заканчиваются. У меня еще много мелких придирок, ну в принципе все. Теперь о плюсах и новаторстве. Ну пожалуй первый плюс — это управление. Разделал просто огромный скачок под нас в Дюне. Во-первых, появились хоткеи. Вам больше не нужно нажимать атаковать и потом указывать кого. Достаточно просто нажать кнопку А. Во-вторых, появилась возможность выбирать сразу 4 боевые единицы. Думаете, мало? Что ж, поиграйте в ту же Дюну, ваши претензии сразу улетучатся. Второй плюс — это графон. По тем меркам он неплох, спрайты выглядят живее, объемов больше одного, однако сейчас на игру попросту больно смотреть, особенно на современном компе, где она запускается только через DOSBox. Это жутко бесит, она там в окне. Ну и третий плюс — сюжетная кампания. Миссии очень интересные, на них Blizzard смотрит до сих пор. Тут банально постройте 4 фермы и казарму, продвинутые масштабные бои, миссии, в которых вам не нужно строить базу и нужно распоряжаться войсками, которые есть, то есть типа партизанские вылазки. Умные, сложные, интересные. Но в целом игра довольно устарела. Наверное, хрен сейчас в нее кто играет. Мне самому она не очень нравится. Однако, что-то в ней есть. Надо отдать ей должное, ведь в ней появились и стратегические фишки, которые Blizzard использует до сих пор. Это был триумф. К тому же здесь есть мультиплеер, что для стратегии новшество. Хотя жаль, что современное поколение геймеров даже не знает о ее существовании и катает во всякие там World of Warcraft, не зная, с чего все началось. А теперь пара фактов и пасхалок, которые кочуют из игры Blizzard в игру до сих пор. Вся игра озвучена одним человеком, Биллом Ропером. Он также придумал интересную фишку. Если долго нажимать на одного бойца, то он начнет выдавать забавные фразы. Этот прикол актуален в играх от Blizzard до сих пор, например, в том же StarCraft. Если долго нажимать на нейтральное существо, например, на овцу, оно взорвется. Это, в принципе, все, что я могу сказать о Warcraft Orcs and Humans. Игра крута, но слишком уж примитивна, однако собрала внушительную кассу, и сиквел не заставил себя долго ждать. Warcraft 2 Tides of the Darkness вышла в 95 году для ПК, а затем в 97 для PS1 и Sega Saturn. Одна из моих самых любимых игр, моя самая первая игра вообще, а также моя первая игра для плойки, где у нее было просто жутчайшее управление. Ну а трагическую судьбу Сатурна, думаю, вы знаете. Игра игнорировала почти все аспекты, устоявшиеся в первой части. Была обновлена графика, переработан геймплей, сюжет стал чутка грамотнее и все такое. Но обо всем по порядку. Действие сюжета начинается спустя 6 лет после первой части. Орки опять нападают, появляются персонажи, все так же условно, как и прежде, но есть крайне отличительные черты. Во-первых, появились видеоролики, которые, конечно, малочисленны и далеки от идеала, но раньше они мне казались крутыми, хотя, когда я играл в эту игру, были уже нулевые, вышла третья часть, куча всяких других игр, но до меня они как-то долго доходили. Во-вторых, в игре появилась система сюжетных линий, которая также сейчас довольно актуальна. В первой части был принцип: прошел игру за человеков, побеждают человеки, побеждаешь за орков, побеждают они. Однако канон был только за человеков. Здесь по-другому. Это круто, потому что основной конкурент Warcraft'а, Command & Conquer, это практиковать отказывается, в результате чего мы не можем насладиться игрой за нот, например. Она просто не канонична. Плей игры не изменился кардинально. Мы все так же развиваемся, добываем ресурсы, воюем. Но начнем с минусов. И первый подхёрт в игра вызывает условностью раз. Да вы, блядь, издеваетесь! Это было простительно в первой части, она была экспериментом. Но тут новая часть, придумайте хотя бы что-нибудь. Войска все так же отличаются только своим дизайном и озвучкой. Ну и способностью у магов. Второй минус. О, сюрприз. Способности у магов. Их всего два типа, это сами колдуны, маги у людей и рыцари смерти у орков.
которых мне, кстати, привычка называть кипятильщиками по какой-то причине. Так вот, большинство их скиллов — это бесполезный хлам. Здесь, правда, есть ледяной дождь, порча, ускорение и замедление. Все, остальное даже исследовать не стоит. Вот как вам такой скилл? Превратить воина в овцу. Прикольно? Да, забавно. Иногда даже полезно. Было бы, если бы не стоило 200 маны. То есть, это очень много, потому что по здешним меркам максимум 255. То есть, вы тратите почти весь запас для того, чтобы избавиться только от одной боевой единицы. Второй же вид войск — это тяжелые атакеры с апгрейдами. Паладины и огры-маги. Паладины лечат, а у огров есть так называемый блудлист или бладлист. Он увеличивает атаку любого воина. Что и подводит нас к третьему минусу — дисбаланс. Простите за нубство, но этот блудлист — гребаная имба. Кстати, чего на игроков, которые выбирают расу людей, смотрят как на избранных хардкорщиков. Хотя при условности рас это просто парадоксально. Итог. Расы мало отличаются, однако одна сильнее другой. Я сам в ступоре от херни, которую сейчас сказал, но это именно так. Ну, вроде все. Хотя нет, есть один, так сказать, спорный момент. В игре появился новый ресурс — нефть. Суть в том, что изначально в игру хотели добавить всякую современную технику — танки, роботы, самолеты. Однако отказались от этой идеи, потому что другие стратегии это уже часто практиковали. Тот же Command & Conquer, Doom. Однако нефть в игре осталась, и служит она для постройки флота в игре. Ее наличие многие считают лишним в игре, хотя я тут не согласен. Она нужна игре, как и сама идея флота и сражений на воде. А теперь о светлом. Как я уже сказал, игра больше не ограничивается сражениями на суше. Вы можете играть в воздухе и на воде. Правда, вот воздушная составляющая довольно скудная. Есть авиация разведки, вертолеты и дирижабли, и авиация атаки, драконы и грифоны. И все. Флот в игре намного разнообразнее. Здесь есть подводные лодки и крейсеры даже. Да и нефть добывается исключительно танкерами на воде. Это тоже прикольно. Однако сам морской геймплей редко будет вам играться вне сюжетной кампании. Для этого нужны специальные карты, которые, например, в мультиплеере крайне непопулярны. Управление же стало еще лучше, чем прежде. Мы можем выбирать сразу 9 воинов, а для действий не обязательно хоткей. Бюджет игры больше, чем в прошлой игре, и разработчики не побоялись пригласить актеров для озвучки персонально каждого воина. При этом прикол с долгим нажимом на боевую единицу все еще имеет место быть. Еще у игры круто проработан мультиплеер. Он рассчитан аж на 8 игроков вместо 2 в первой части. А в 99 году к игре вышел патч под названием Warcraft 2 Battle.net Edition, который позволял играть в игру в онлайне. Сейчас, конечно, сервера пустуют, но вдруг с друзьями вам приспичит. Милости прошу. Но даже и здесь есть капля дегтя. Никто не играет, но так было не всегда. Те, кто не играл в игру по Battle.net, знакомьтесь. Garden of Wars — самая популярная карта в игре. О, вы ее полюбите! В нее играли постоянно, блять! Карта, конечно, хорошая, но, блин, задолбала жутко! Я даже удивляюсь, как Valve не спиздили ее как доту и не сделали Garden of War 2 для Стима. Еще у игры есть редактор карт. Что? Никаких эмоций, просто ставлю вас перед фактом. Это прикольно. Я бы на этом и закончил, но по поводу второй части еще не все. В 96 году выходит новое сюжетное дополнение под названием Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Это аддон разрабатывала сторонняя студия Cyberlore Studios, как-то так. Вообще, вещь хорошая, добавляет новый биом, Дренор, мир орков и дополнительные кампании для обоих рас, которые, кстати, очень крутые, уровни в разы интереснее, чем в оригинале, в основном из-за того, что здесь фигурируют герои. Они были в старой игре, но не были так круты. Просто поиграйте в первую миссию, вы все поймете. Сами же герои потом появятся в третьей части игры. Например, тут впервые появляются Утер Светоносный и Гром Адский Крик. Кстати, позже был взломан код этой игры, что привело к созданию множества сторонних проектов. Там известный из них FreeCraft или Start Angels. Перенос игры на новый движок. Я, кстати, сам делал мод, в котором расы сильнее отличались друг от друга. Кстати, именно на этом движке был разработан Doom Wars USC vs Hell, стратегия про Doom, на которую я когда-то делал обзор в рубрике «Обзор Думов». Блин, обзор Думов. Это было так давно. Нашел что вспомнить, шкальник.
Вроде все, что тут еще можно сказать. Игра хороша, особенно для меня. Особенно после первой части. Это вечно долго запомнилось любителям стратегий, фанатам серии и даже тем, кто просто проходил мимо. В отличие от Orcs and Humans, вторую часть не хочется забрасывать в темный ящик. Она лучше. О, да, вот это сальцо. А давайте сделаем игру, которая как Warcraft, но с пришельцами и ядерным оружием. Это уж гениально. Да, слава Украине! Блин, простите. Блять, я не хотел никого обидеть, правда. Блять, да как можно было до такого додуматься? Итак, господа, Warcraft. Warcraft 2000 Nuclear Epidemic. Да, гениально, короче. Это Warcraft. Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, это разработанная в 98 году украинской студией GSC Game World игра. Знакомое название? Конечно, ведь этот разработчик отвечает за такие популярные проекты, как Stalker и серия Казаки. Но как на свет появилось это? Warcraft с пришельцами и ядерным оружием. Господи, я не могу нормально говорить эту фразу. Все просто. В 98 году GSC решили создать собственную стратегию, ориентируясь на Warcraft 2. И Warcraft 2000 стал просто демонстрацией возможностей их нового движка, на котором позже были сделаны небезызвестные казаки и сопутствующие проекты, как, например, Завоевание Америки. Но чем же отличился этот? Я даже не знаю, с чего начать. Так, сразу говорю, геймплея у меня нет, будете любоваться просто скринами из игры. Фрабс даже с пистолетом у виска отказывался снимать. Блин, я даже роликов с ютуба нарыть не смог, там были только съемки экранов на какой-то телефон. Короче, сюжет прост. Дренор, мира орков, прилетают пришельцы и дают рождущим расам ядерные ракеты. Дай бы посидеть с попкорном и посмотреть, как у жалких людишек и оркишек взрываются пуканы. Что, после этого вы все еще смотрите этот ролик? Ну тогда продолжим. Геймплей еще кардинально изменился от Warcraft'а. Как ни странно. Игра стала псевдо-трехмерной, войны стали умирать моментально, но их стало больше. Теперь можем захватывать курсор огромной армии пушечного мяса. Из ресурсов убрали нефть, золото теперь добывается как дерево, только не из леса, а из камня. И здесь одинаковые в геймплее расы на 100%. А еще здесь нет компании. И слава богу! А теперь самое вкусное. Ядерки. Ядерки! Работает это так. Делаете заготовку, потом прилетает тарелка НЛО и дарит вам елдак. Звучит, наверное, прикольно, но вот проблема. Помимо самой ракеты, есть еще специальное противоракетное ПО, которое стоит просто гроши, когда ракета стоит до хрена. Короче, жесть, а не игра. Ну, то есть... Есть и хорошая сторона, эта фишка очень прикольно играется в мультиплеере, особенно втроем или четвером. Вообще, я просто решил прикольнуться, упоминая эту игру, ее вообще нельзя оценивать как-либо. Это просто демо-движка. Но когда играешь первый раз, то круто, а потом быстро надоедает. Я мог бы замутить какой-нибудь летсплей и поугарать, но Фрабс против наших отношений с игрой. Да. Хотя нет, есть одна вещь, которая делает эту игру игрой. Она, блять, продавалась! На дисках! Я малой ее, конечно же, покупал. Отдельно нет, конечно, но в антологии с другими Варкрафтами. Но сам факт! Короче, прикольный трешак на один вечерок с друзьяшками поугарать. Ибо геймплей у инди-хохлов еще жестче, чем русский язык в этой игре. Блин, я забыл упомянуть про шедевральную русскую озвучку. Хотя нет, оцените сами. Вы полюбите эту игру, обещаю. В том же году к выходу планировалась новая игра от Blizzard и сторонной студии Animatron Magic в жанре квеста. Однако игра так и не вышла, потому что, цитирую, «не соответствовала стандартам качества Blizzard». Вот зажрались, а? Игра Warcraft Adventures Lord of the Clans
должна была стать дебютом в серии в новом жанре, однако свет так и не увидела. Геймплей просто ходим по локациям, разговариваем с людьми, выполняем всякие поручения, ничего особенного. Кстати, посмотрите на графон, это сплошной мультик. Прикольный стиль, по-моему, хотя сейчас смотрится бедно и малобюджетно. Так, стоп, это что, Deathwing Twit Kalyan? Дракон, который курит? Ну, однако игра, несмотря на свою неполноценность, своим сюжетом почти вписывается в канон. Здесь рассказывается история орка Трала, сына одного из вождя орков. Трал попал в рабство к людям, но в конце возглавил Орду. Это важно, ведь действия игры легли в основу одной из книг под названием «Повелитель кланов». А еще есть дополнительная кампания Warcraft 3 с такой же историей и названием. Да и сам Трал впоследствии станет одним из ключевых персонажей в третьей части игры. Кстати, пришло время и для нее.